Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, мы продолжаем прохождение Дизонорда 2, итак, у нас с вами заключительные серии, отправиться на улицы Данула. Итак, Видел ты меня сейчас, поехали. Старый Самуэль? Старого Самуэля, кстати говоря, куда-то он пропал, ведь его же в этой части-то и не было, собственно, смерть императрицы, 9-я часть, а это, точнее, 9-я глава, я так понимаю, ну не серия, точно, глава, миссия, хрен его поймешь. Вы должны сразиться с Далилой Каперспун до того, как она изменит мир. Проведитесь в башню Данула и попытайтесь объединить душу Далилы с ее телом. Тогда самозванка снова станет смертной, и у вас появится шанс устроить ее и вернуть трон. Итак, внимание на экран, поехали. Ну что ж, друзья мои, ребятушки, мы с вами возвращаемся, наведя порядок всех ее подопечных, товарищей, союзников. Мы изничтожили, а точнее, не смертельными методами. Обязательно приведу, в клетку. Приведу. Далила снова станет смертной. В клетку твоих ляшек приведем тебе. А знаешь, где моя? В детском гробу с подогнутыми ногами. У меня не хватило денег на похороны. А вот мой папаша лежит в императорском Москве. Ты лжешь. Ты просто не можешь с этим смириться. Твой отец был никем. Я живу в сердце твоей матери. А мое тело гуляет по твоему разрушающемуся дворцу и спит на твоих простынях. Карнака научила меня тому, что власть не должна передаваться по праву рождения. Это право нужно заслужить, каждый день работая на благо народа. Я свергну тебя, Далила. Вот если бы все было бы именно так, как она рассуждает. Улица, ведущая к башне Данула, перекрыта баррикадами. Сама башня повреждена, должен быть какой-то способ добраться до главного входа. Итак, что у нас с тобой осталось, батюшки мои? Опять эти амулеты, руны. Но у нас с тобой что есть? Что есть, что есть, того есть. Собственно, что у нас с тобой? Черный амулет, всего лишь руны и руна. Собственно, да? Так что, ребятушки, низкий уровень хаоса, я напоминаю. Так как все это можно найти внизу, то, собственно... Оп, тихо, здравствуйте, собачки, волкодавчики, собачонушки, собачатинки, человечишки, человеченки. А где мужик спит, если вообще не помер? Потому что, судя по правлению Далилки, которая ляжки по брилке, тут вообще неизвестно, чем на самом деле все может закончиться, я вам скажу. Воробушек спит. Ляжка дедова. Ладно, не получается мне, простите, в рифму как-то пошутить. Спеть. Горожаночки. Давай посмотрим, подруга. Ну-ка покажи, что у тебя есть. О! Смотри, побитые молью обмотки. Вас меньше видно при ярком свете. Ништяк, слушай. Да неужели? Да, действительно, спасибо. Что там случилось? Баба? Баба, не бузи! Так, клинок наносит урон часовым солдатам, смотри-ка. Клинок наносит больше урона врагам, использующим магию. Прикольно, поцелуй таинства. Вау. Вау, вот ради этого... Улучшите снаряжение. Сейчас сделаем, сделаем, подруга, не ссать. Сейчас мы с тобой все улучшим обязательно, улучшим снарягу. Мы к этому и шли всю игру. Ради того, чтобы только в самом конце это все улучшить, вы серьезно? Подожди, а, снижает получаемый урон. Нет, панцирь нам не нужно, вот это вот, вас меньше видно при ярком свете, вот это вот. Погоди, вот это вот, давай, вот это вот возьмем. Все. Да, ништяк. Вы бегаете тише, ништяк. Ладно, бесшумный рывок. Вы производите меньше шума при рывке. Тоже супер. Вы не пожалеете. Ясно хрен, не пожалеем. Я к этой прокачке всю игру шел. Только сейчас под конец мне это, к сожалению, дают. Поцелуй таинства. Клинок наносит больше урона. Но врагам не надо, потому что мы с тобой их не убиваем. А вот роботам, если мы с роботами будем сражаться, вот это, да, вот это хорошая тема. Раздвижной клинок. Это вот ништяковская тема. Что такое, погоди, клейка граната? Приклеивается к цели. Ну, например, к роботу, если к роботу кинуть, это неплохой вариант, кстати говоря. Поэтому я думаю, это будет даже польза. Увеличить радиус поражения пружинными минами. Двойное срабатывание. Но это, опять же, если против роботов юзать, два косаря осталось, что-то какая-то стрёмная, блин. Понабирают продавщиц. Так, отлично. Что такое, погоди. Ключ от арсенала. Младший сын торговца стащил ключ от заброшенного арсенала городской стражи входа в башню Данула. Пропускной пункт используется на склад военного снаряжения. Он может пригодиться. Ясен хрен. Разваливается на части.
Конечно, все, нам пригодится с тобой. Клейкая граната. Так. К сожалению, все разваливается, подруга. Но ничего страшного, мы с тобой наведем, как говорится, порядок. Закупаемся по максималкам. Патроны нам не нужны, на них нам пофигу. Ну, в принципе, последний путь. У меня найдется. Так. В принципе, давай вот это с тобой вкачаем, наверное. Волк глубокого стона с 5 обращает волкодава в бегство. Врагов обращает ведьм раньше бегство. Я молилась в аббатстве. Ну, без. Но баб нам не этих не надо, наверное. Что-то давно не видно. Да, что-то у нас с тобой по бабкам-то тоже все хреново довольно-таки. 300 монет осталось всего лишь. Каждая пружина мин срабатывает дважды. Дальность пружинных мин. Ну. Разве что, может быть, это взять? Хотя, когда у нас твоих бабок не останется, вернемся ли мы сюда, вопрос. Неизвестно тоже. Ну ладно, я думаю, что-нибудь найдем. Что-нибудь придумаем. Открыты. Ништяк. Я очень рад, подруга, что вы всегда открыты. Я очень рад, что я вообще смог благодаря тебе рунку здесь купить. Мне не придется теперь тратить время на какие-то поиски ненужные. В принципе, можно взять вот такой навык, например, хватать, чтобы врагов можно было с расстояния. Клинок тоже хорошая тема. Быстрый рефлекс надолго замедляет для вас время, когда вас обнаруживает враг. Как варианты рефлексы. Ну, это типа, чтобы нам дать время убежать, например, там, я не знаю. Тем более, без этого справлялись. По большому счету, вообще без всех этих навыков справлялись по-хорошему-то. Двойник нам не нужен, призывает духа бездны, чарующего людей собак. Затем стирает их кратковременно память. Видит сон, что могут лишь те, на кого действует гипноз. Живущие используют всего, избегайте групп врагов, которые не знают о вашем приближении. Используйте его, чтобы избегать групп врагов. А. Ну, как вариант, а что у нас с тобой еще остается? Ну, наверное, да. Признать, что может гипнотизировать до 3 врагов, пока они под гипнозом, можно обойти или убить их. Ну, наверное, ее возьмем. Я не знаю, что еще просто. Я не знаю. Еще варианты. Фосейл. Фосали. Шуа. Так. Мы с тобой вообще теперь, короче, ходим даже без звука. Но здесь света нету, так что, блин, одни волкодавы. Ты прикинь, что происходит вообще? Ребятушки, одни собаки. Людей, походу, людей здесь вообще нету. Как она собиралась править? Как вообще люди на ее льстивые речи сраные поверить? Посмотри. Одни собаки. Людей нету. Ну, может быть, конечно, это нам и в плюс, в принципе-то. Они же не видят, в принципе, вроде как издалека. Какие-то вон там горожане бедные стоят. Вот тебе и правители. Вот тебе и правительство, бабы. Давай, восстанавливаем ману. У нас с тобой сейчас... Не хочу лишний раз все это тоже растрачивать. Меня, видишь, у меня уже просто... Настолько по привычке все... Все использовать экономно, что даже в игре мы с тобой экономим магию. Да чика ты хорош с вами, блин, этими... Ляжками дребезжать. По железу, по металлу. С вами сапожищами. А это кто? Шляпники, здорово, ребята. Вы что здесь забыли? Хотя, в принципе, это неудивительно. Они, видишь, они здесь... Куда оно? Куда-то оно. А, походу, он просто... Потому что мужика потерял. Мужик этот уже ушел, исчез. Ничего здесь нету, мужик. А вот сюда было идти тебе не обязательно совершенно. Да я тебя на куски порежу. Порежу тебя, слышишь? Ой, батюшки мои, еще эти. Эти еще откуда-то приперлись. Короче. Короче, целый говносброд, смотри. Ой, батюшки мои, здесь, кажется, даже ноги. Ноги отрываться-то умеют. Я только сейчас об этом узнал. Какие вы агрессивные. Как я умею. Ни хрена ты не умеешь. Я тебе скажу, что ничего ты не умеешь, к огромнейшему твоему сожалению.
А вариант у нас с тобой есть другой, значит, мы с тобой можем сделать по-другому. Мы с тобой сделаем сейчас вот так, смотри. Мы с тобой сделаем просто сейчас по-другому. Мы с тобой сейчас запрыгнем вот сюда. Сейчас мы этого тогда схватим и просто его оттащим просто в другое место, вот и все. Так как сейчас этот сюда придет. Где же ты, где же ты, где же на манежный? На манеже ты, вот сюда пускай ляжет и все, здесь пускай лежит. А это мы сейчас с тобой тоже без палева вынесем, потому что там... Знаешь, как мы сделаем? Мы вот так с тобой сделаем, сейчас вот сюда запрыгнем. Сейчас он когда там выйдет, если на эту дорожку. Ой, батюшки мои. Вот это да. Вот это такому жизни я не готовил, что как всегда. Но там надо посмотреть стрелочки, стрелочки. Не забывайте стрелочки. Если синенькие не появляются, то все, значит, трындец. Значит, ты не запрыгнешь, если стрелочки не появляются. То есть, если вот так стрелочки здесь не появились, соответственно, я бы там не смог вот зацепиться. И вот сюда мы спрыгиваем с тобою. О, мужик, у бачки моей, это кто там еще такая? Это плохая идея на меня тебе смотреть. Я рекомендую тебе просто отдохнуть. Я только, походу, она подохла, я так понимаю, да? Блин, а что ее так отнесло-то, я не понимаю. Че они могут спокойно как-то нормально вот упасть так тихо, мирно? Не могут упасть, вот обязательно нужно улетать вот так вот, я не знаю. Что, ну, может, ее просто ветром сдуло, слушайте. Как бы я-то в этом не виноват, что баба ветром сдула. Шуа. Вообще странно, блин. Могли какой-нибудь придумать костюм, что ли, какой-то, я не знаю, там, ею. Чтобы мы так не палились. Вообще там, блин, стоит он. Ну, он опять, смотри, падает, блин, собака сутулая. Молодец, что ты чувствуешь деньги, я тебя поздравляю. А баба это на себе чувствует явно какой-то очень неприятно жалящий удар. А именно от нашего арбалета. Я не знаю, как мне ее вырубать. То, что она сейчас, вот смотри, она сейчас нас будет палить. Ну, в принципе, она вроде как не особо нас видит. Что она там стоит? Я бы прошел бы мимо. Без палева. Ну, к огромнейшему сожалению... Да, именно так мы и сделаем. Опа. Где-то нет твоего друга больше. Твой друг отдыхает. Все. Твой друг решил поспать. На крыше другого дома. О, звуки взяты из общего источника, из интернета. Звук я помню, потому что из первого Диабло вообще. Парам-пам-парам. Парам-пам-пам-пам-пам. Нет никого, прикинь. Все. Твой друг улетел. На крышу. Он решил стать Бэтменом. А теперь ты тоже отдохнешь. Товарищ шляпник. Шляпный. Удивительно, та баба, короче, походу нас вообще не видит. Ну и все равно, я ей пофигу. Че, она пока кто-то дерется? Не-не-не-не, не надо, не надо, не надо. Ну, капздец. Сейчас будет громко. Сейчас все проснутся. Нет, никто не проснулся, нам повезло. Всем пофигу. Так, подожди, что у нас здесь есть? Барометр. Опа, смотри как. Чик. На бочок повернули барометр. У нас с тобой, вау. У нас с тобой здесь секретики пошли. Бабки вон, детки. Ну-ка, послушаем. Товарищ Соловьёв, что нам расскажет интересного? Проходи, Эмили. Далила ждала тебя. Да. В последнее время она дурно спит. Душа, что ты носишь с собой, зовет ее. И жаждет единения. Ясен хрен, хреново она спит. Однако, Далила, это ее последний день. До конца,
душу на место. Ты всегда была осторожна. Посмотрим, что даст тебе это в твоей родной башне. Далила на троне. У нее твой отец. И у нее есть некая тайна. Некая тайна. Интересно, да, что у нее такая за тайна. Вот мы это и будем с вами, ребятушки, выяснять. Враги находятся дольше в состоянии гипноза. Но я пока не знаю, что нам стоит с тобой взять, на самом деле. Тень, кстати говоря, тоже такая вот неплохая штука. Мы просто ей редко пользуемся. Я почему тут как-то последний запись не кем моряка. 15-й я родился, да, 0. Все понятно. Молодец, поздравляю тебя, товарищ моряк с печки бряк. Ну все, что, следующий у нас с тобой амулет, черный амулет идет уже в этом. Оп, так пошаталась. Хреново, да, что она меня так прям на изи-то может спалить. У нас надо как-то пройти. А, у нас с тобой есть другой вариант. Мы можем с тобой просто... Можем, смотри, как сделать. Можем же так сделать. Блин, за это руки свои сраные. Я не вижу. А? Все, и тишина. Мне надо схватить. Мне надо... Вживую надо ее. Зеленоглазый, это на кого? Про Шрека? Никакой он не маг. Я могла бы воткнуть колки в сердце. Какие агрессивные женщины, слушайте. Не дай бог. Не могу их забыть. И спина. О. Спина, а, спина такая мускулистая, да, подруга. Видишь, как? Когда он во мне, я вспоминаю много дней. О, батюшки мои. И такие бедра. Но он заплатит за то, что заставил меня ждать. Слушайте, я, конечно, все понимаю. Блин, кому такие бабы, как она нравится? Ведьма. Батюшки мои. Аж страшно. Не то, что спина накачанная, это здорово, да. Не спорю. Но, блин, это кем надо быть, чтобы на такую повестись? Бритую, лысую, страшную. Фу. Ну, у всех свои предпочтения, конечно. Что сказать я вам могу, ребятушки? А, у нас черный амулет, оказывается, вообще там. Вход-то в башню вот там, а нам надо вот туда, за этим амулетом, за черным. Погнали. Шуа. Аккуратней, подруга, блин, в своих сапожищах. Не понимаю реально, как вот люди повелись на вот эти вот слова, вот эти вот сраные Далилы. Честно, ну, всякое, конечно, бывает. Все люди разные. Все люди разные, ничего не скажешь. Разные за разные. Ну, видать, так сильно она... мозгом. Проела. Так. Правильно мы пришли-то, нет? Правильно пришли, да. А черный амулет у нас вот здесь. Кто-то там шепчет что-то. Ой-ой-ой. Лишние свидетели нам не нужны, прости, подруга, поэтому тебе придется поспать чуть-чуть. Не хочется кого-то убивать, но вроде как... Что-то, по-моему, я читал, что убийство ведьм здесь никак не играет роли. А, ну они... Они сами те еще убийцы. Кровопийцы сраные. Амулет где-то здесь должен быть. Ну да, слушай. Без того, что и так стрёмных баб тут рисуют, так они еще, блин, и ведьмы, они еще и чё от этого страшнее. Лысые, бритые, фу. Неподмытые. Я не знаю, насколько мужику должно приспичить, что он готов будет с такой бабой что-то делать. Честное слово, я вам говорю. Перекрытый тайный ход. Перекрытый тайный ход, выход из башни на случай, если кто-то еще знает о личном ходе бывшей императрицы. Если понадобится работать и всю ночь. Ага, тайный ход. Ну это мы с тобой знаем, тайный ход. Да, наши с тобой подруги. Что такое невидимая нить? Давай посмотрим, что дает нам с тобой невидимая нить. Ну как? Невидимая нить. Так. Что дает? Притяжение делает вас невидимым... Притяжение делает вас невидимым при движении. Притяжение делает вас невидимым при движении. Какое притяжение? К чему? Вопрос. Непонятно. Она становится немного быстрее. Сейчас, ну давай попробуем чем-нибудь убрать.
Движение в скрытом режиме немного быстрее, но же наружу не замедляет движение. Светский может оказаться плюс один арбалетный болт. Ваша скорость ходьбы и бега увеличена. Я даже не знаю, слушай, что брать на самом деле. Блин, а нам с тобой надо попробовать теперь... Нам надо теперь создавать амулеты, пробовать, кстати говоря. Пробовать создавать амулеты. Амулеты мы с тобой можем попробовать сделать, знаешь, какие? Во-первых, нам навык нужно посмотреть, потому что мы навык с тобой так и не прокачали. Вот, снижает шанс осквернения, смотри. А толк-то какой от этого? Ну, давай, ладно. Других вариантов все равно уже ничего не остается, но с тобой это и так ничего не осталось. Отсутствует шанс осквернения постоянного амулета с тремя эффектами. Придется сейчас сохраняться, загружаться по 150 миллионов раз. Мне вот стрёмно, знаешь, от чего? Мне стрёмно от того, что у меня сейчас просто-напросто может NVIDIA Broadcast за постоянные загрузки игры повиснуть, и после этого еще какую-нибудь проблему создаст мне. Потому что потом игра может еще крашнуться. Это, к сожалению, вот я заметил, не только у меня такая дичь происходит. Поэтому, ребятушки, вот, да, я вот тут из-за чего вот стремаюсь-то, что я вам... О чем, как говорится, вот, и... Доступно 4 эффекта. Шанс... существует средний шанс, что амулет будет осквернен. Но это вот, смотри. Необходимо 6 костей. Нам с тобой 6 костей. 6 костей. Средний шанс с 4 эффектами. Нам достаточно будет одного даже амулета в целом. Доступно 48 амулетов. Это нам нужно наши все, которые у нас присутствуют, с нашими эффектами, короче, перебирать. Да, это, конечно, было бы очень-очень стрёмная затея, я тебе скажу. Но у нас с тобой есть другой вариант. В целом, максимум очков здоровья увеличен. Становится немного быстрее. Но мы с тобой можем вместо максимум очков здоровья просто взять вот эту, например. Низко, сейчас, погоди, где она? Невидимая нить. Далила. Все. Что, ребятушки, сказать, скрытый проход, она сказала, скрытый проход, который знает только императрица. О скрытом проходе знаем мы с тобой. По-моему, скрытый проход должен быть где-то здесь. Насколько я помню, где-то тут должен быть какой-то вход. А здесь, наверное, все завалили, запаяли, я так понимаю. Завоняли. Нам с тобой надо теперь его найти где-то тут. В ближайших каких-то местах здесь какие-то кусты проросли. Где-то здесь вот это должно быть, потому что через главный вход идти стрёмно, ребятушки. Где-то нам, по-моему, сказали, что вход в башню Данула. Мы с тобой тогда выбирались. Помнишь, по крышам мы с тобой спускались? Я помню, мы с тобой по крышам спускались. Так мы здесь спускались. Мы с тобой здесь-то спрыгивали. Вот с того входа. Скрытый вход. И они все... Они, видишь, здесь у них все заросло. Зеленоглазый мужик к ней так и не пришел, кстати говоря. Подожди, а что они ничего не говорят мне с сведениях? Улица, ведущая к башне, ну, перекрыта баррикадами. Такой-то способ должен добраться до главного входа. Чем до главного входа? Я хочу скрытый... Через скрытый вход пройти. Ну, трындец. Не знаю, что вам сказать, ребятушки. Очень-очень прискорбно, потому что идти через главный вход... Это, на самом деле, всегда очень-очень плохая идея, я вам скажу. Потому что я знаю, что такое идти через главный вход. Это ой, как хреновенько. Через окна. Окна тоже все закрыты. Ну, давай, значит, пытаться через главный вход пройти. Хрен бы с ним. Сейчас доминошку на всех повесим, всех усыпим, и все нормально. Усыпим, усмирим. Че, ну, сейчас с тобой шуа. Она не хочет цепляться. Посмотри, вроде расстояние небольшое. Вот, смотри. Как так это работает направление? Понимаю, почему нельзя было сделать, чтобы по направлению прицела это работало, а не понять, а не по направлению поднял, опустил этот вот экран, так вот опускаешь, поднимаешь, что оно регулируется. Бред какой-то. Вшивый кобылы. Плешивый. Здесь нет никого, кроме волкодава. Смотри, все дохлые. Именно так. По-другому не скажешь. Позорище. Все дохлые валяются, посмотрите. Собаки он дохлые. Это не дохлые. Вообще хрен его знает, какие они дохлые, не дохлые. Сколько было трупов без того, что она натворила. Всех поубивала. Собака сутулая. Бесовское отродье. Почему бесовское отродье? Потому что бесовское отродье. А кто она еще? Всех поубивала. Все, блин, прозваливала. Смотри, как все красиво выглядело до ее этого сраного управления. Волкодав. Походу дохлый.
подозреваю, что они не спящие, они дохлые. Они дохлые. Как я и думал. Трындец. Все поперекрывали, все позакрывали, всех поубивали, всех повесили. Никого вообще нету. Ну, жена на руку, мы с тобой быстрее просто пройдем. Елки, она эти грохнула. Смотрители тоже, смотри. Эти-то чем ей... Не этот. Ребята, вас-то за что? Жесть какая-то. И смотрители, и собак всех поубивала, что ли. Башня Данула. Здесь я родилась. Здесь ну что я ж, здесь я выросла, и, соответственно, здесь мы с вами все это дело и закончим. А на этом пока что все, ребятушки. С вами был Ширан, как у нас. Спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро, если не переключайтесь, огромное количество гайдов, летсплей. Все крутое сможете в нее на канале. Заключительная серия будет, скорее всего, в последующих двух. Я так понимаю, это башня Данула. Мы с тобой раздадим ей люля. А потом будет эпилог, где нам покажут заключительную концовочку в видеоролик. Как это было в первой части. До новых встреч. И пока-пока. Скоро, если не переключайтесь, ребятушки.